Всем привет! Меня зовут Полина Колпакова. Мне пока что 11, но через 3 недели мне уже 12. Поэтому мне уже 12. Итак, я хочу рассказать про то, как я актриса, почему. Ну, пока что не очень актриса, но актриса. Сама уже запуталась. В прошлом году, в мае, я закончила заниматься художественной гимнастикой. Я занималась ей 7 лет. Закончила заниматься. Да, было грустно, но все-таки моя жизнь очень сильно изменилась. У меня появились новые интересы, включая актерство. Первым делом мы с мамой нашли студию «Актер». Я сходила на кастинг, и меня туда взяли. Сейчас я также в ней занимаюсь. И еще я вот хожу к Кате Строговой, еще много раз ходила на разные там тренинги, курсы по актерскому мастерству. Не могу всех перечислить, потому что уже не помню, ну ладно. Вот, а так я бы очень хотела сыграть в каком-нибудь сериале или фильме, который будет либо комедия, либо детектив. Ну вот что-то такое. Потому что, в принципе, для комедии, ну, не знаю, мне кажется, у меня так просто ляжет, что у меня будет всегда комедия. То есть, мне кажется, грустно, это не мой репертуар. Ну, не знаю, все может быть. Я этого не знаю, поэтому не будем зацикливаться. Вот. А детектив, не знаю, мне просто нравится там. Ну, просто нравится. Ну, наверное, на этом все. Всем пока.